В общем, решила я на ужин приготовить фунчозу с курицей и овощами в соевом соусе и чесночком. Я взяла морковь, кабачок, перец болгарский, салат айсберг, ну, что было в холодильнике, 3 зубчика чеснока. И попробую сейчас приготовить. Для приготовления этого блюда нам необходима вок-сковородка, но у меня ее нету, зато у меня есть глубокий сотейник. В принципе, я думаю, сойдет. И мы курочку отправляем на как нашипела, раскаленную сковородочку и помешиваем. Курица через пресс я добавила чесночок, через чеснодавку, как она там еще может называться, для того, чтобы он тоже обжаривался. И как только появится золотистая корочка, сюда отправлю овощи. А тем временем я добавляю курицу, морковку. Следующим шагом я, скорее всего, добавлю кабачок, перец и в конце салат айсберг. Вот он у меня здесь. Я уже включила чайник для того, чтобы можно было в кипящую воду добавить нам фунчозу и ее заварить. Теперь добавляем болгарский перчик. Теперь в эту смесь мы добавляем кабачок. Следующим шагом я в фунчозу добавляю кипяток и оставляю ее запариваться 7-10 минут. Тут смотреть по готовности, она должна стать стеклянной, но главное здесь ее не переварить. Фунчоза у нас заваривается, а теперь мы в салатик айсберг добавляем сковородку, чтобы она немножечко тоже потонулась. 7 минут фунчоза у меня заваривалась. Я ее добавила сейчас в сковородку к овощам и налью, ну, примерно 2 столовых ложки соевого соуса и добавлю специи для курицы. Наша фунчоза готова. Украшаем ее кунжутом и наслаждаемся. Приятного аппетита!